Амичи выступили против проекта строительства северного обхода. Активисты создали петицию, где подробно описали свои недовольства и альтернативные предложения. Главная цель – не допустить вырубку подгородского леса. Сейчас по проекту трасса проходит через земли лесного фонда и сельхозугодия. Это нанесет непоправимый вред экологии, сельским предприятиям и водным ресурсам, уверены авторы петиции. Общественники предлагают проложить участок трассы севернее села Подгородка. Там есть пустующие земли, которые не годятся для посевов. Профильные ведомства уже осведомлены об инициативе амичей. Разъяснение дали в областном Минтрансе. В настоящее время процесс разработки проектно-сметной документации на строительство северного обхода находится на стадии проведения инженерных изысканий. Итоговый вариант размещения трассы будет определен по итогам сравнения основных технических характеристик вариантов трассы и экономической обоснованности. В случае необходимости сноса растительности будет проведено компенсационное озеленение. 27 марта с жителями Омского района провели выездное совещание. Активисты выразили свою позицию. Сейчас предложение рассматривают профильные специалисты. Напомним, северный обход – это четырехполосная автомагистраль, которая свяжет Омск, Тюмень и Новосибирск. Планируемая длина – почти 63 километра. Проектом также предусмотрено строительство двух мостов, 15 путепроводов и 7 транспортных развязок.